Сонате Листа он мне передал самое важное – это ощущение пауз, как паузы, чтобы они прозвучали. Поэтому у меня есть такой ключик. Выходишь на эстраду и садишься, и совершенно не двигаешься, и внутри считаешь медленно 30, и тогда пам. И в зале начинается какая-то паника. Что случилось? И тогда получалось, что это было. Потом сон. Это уже театр. Но в пианизме очень много театра. Во-первых, ощущение, самое главное, неожиданность. Я знаю многих пианистов, которые очень хорошо играют, но у них все как на блюде, уже я знаю, что есть. Неожиданно, тогда это производит впечатление. Я когда сыграл уже четвертый раз ему Листа, там это было при полном классе. Он так, мне нечего сказать.